Дальнобойщики в США, готовьтесь к понижению ваших зарплат. Если еще вчера вам платили 65 центов за милю, завтра вы будете работать за 50 центов за милю. А знаете почему? Начался большой кризис. Не только в США, по всему миру. Все военные конфликты, которые сейчас могут начаться, будут связаны с кризисом в области нефти. Естественно, топливо начнет расти. Грузы начнут падать, потому что покупательская способность у людей будет уменьшаться. Значит, нужно будет как-то бороться на рынке грузоперевозок. А как это будут делать хозяева больших траковых компаний? Конечно же, понижать зарплату. И первым делом будут страдать водители. Можно, конечно же, начать сейчас спорить, говорить, этого не будет, я не буду работать за копейки. Но куда мы денемся? Мы будем работать за копейки по той причине, что мы взяли кредит на дом, под большой процент и под огромную стоимость дома. Машину в кредит, то же самое, под большой процент. И дорогую, хорошую, за 100 тысяч, Теслу, X, как жена хотела. И, естественно, мы всегда не могли отложить денег по той причине, что ездили отдыхать на Мальдивы, на белый песок. Но сейчас пришло то время, когда нужно будет расплачиваться за все те косяки и ненужные платежи. Поэтому страдать будут кто? Водители.